С понедельника, 19 июля, в Подмосковье отменяется обязательное предъявление QR-кодов на входе в различные заведения. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев. То есть вновь без ограничений можно будет посещать организации общепита, детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки, ночные клубы и дискотеки. Остаются лишь маски, термометрия на входе и социальная дистанция. Организациям и предприятиям оставлено право самим решать, требовать у клиентов QR-код на входе или нет. Также, согласно постановлению, отменяются ограничения по количеству зрителей на мероприятиях в организациях культуры и образования. Ослабление мер связано со стабилизацией роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие же послабления антиковидного режима с понедельника вводятся в Москве.